Referee Holger Guzman, Germany. Судьи поединка: Англия, Иордания, Шри-Ланка, Уганда, Аргентина. Рефери: Холгер Кусмауль, Германия. В красный угол приглашается боксер, представляющий Бельгию. Into the red corner, please welcome the boxer representing Belgium, Nabil Masaoud. В синем углу ринга приветствует его соперника, представляющего Россию. Please welcome the other end of the corner representing Russia, Andrei Zamkovoy. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас на чемпионате мира, который проходит в Екатеринбурге. Сегодня 8-й день соревнований, а значит, нас ждут поединки сразу в трех весовых категориях. В весе до 69 килограммов, до 75 и свыше 91 килограмма. В весе до 69 килограммов сегодня от сборной России боксируют Андрей Замковой и его соперник Набил Месауди из Бельгии. Меня зовут Сергей Фиш, и сегодня вместе со мной комментировать этот поединок будет корреспондент РИА Новостей Василий Конов-младший. Друзья, добрый день и снова здравствуйте, как говорится. Вот-вот начнется бой нашего капитана, лидера нашей сборной Андрея Замкового. Вот гонка, поэтому, наверное, какое-то предисловие делать некогда. Давайте смотреть за происходящим на ринге. Да, ты правильно сказал, что он самый опытный из нашей команды. Ему 32 года, и в боксе он уже как минимум 20 лет. Солидно, солидно. Есть чем похвастаться. Давайте вспомним о бронзе Олимпийских игр в Лондоне. Не всякому это удается достичь. Сейчас пытается поджать своего оппонента наш боксер. В одном из интервью Андрей очень умную фразу сказал. Нужно гнать от себя мысли, что это чемпионат мира. И, наверное, тому человеку, у которого за плечами столько мировых первенств, стоит поверить. Как я понимаю, что он также выходил с мыслями, что это обычный турнир, абстрагировался от всего происходящего. И честно вам скажу, что... Ух, вот. Отличный удар слева на канвас ринга. Падает Набил Месауди. Браво, браво. И рассечение, так понимаю, что сейчас бой остановят в итоге. Просто прекрасно! Да, сильно-сильно потрясен бельгийский боксер. Да, даже не успели мы с тобой войти в кураж и комментирование, как сразу Андрей все закончил. Это, кстати говоря, к слову, что нужно спокойно выходить на ринг. Потому что вспоминаем, что вот многие боксеры говорят, первый бой, мне нужно время, чтобы адаптироваться. Смотрите, человек вышел, видимо, полностью абстрагировался от происходящего. И за 55 секунд, если я успел правильно обратить внимание, закончил дело. То есть... Ну, видно, опытный человек, да, не поспоришь. Да, прекрасный поединок Андрея Замкового. Отличный дебют на чемпионате мира в Екатеринбурге. Пожалуй, это, наверное, самый брутальный нокаут мы увидели на этом чемпионате мира. Да, один из точно. Обнимаются боксеры. Ну, Андрей, кстати, на лице как-то сделал дело просто, не более того. А что вы хотите? Ну да, возможно, он настраивался, конечно же, на все три раунда. А здесь слева прилетел мощный удар по сопернику. Поздравляем нашего боксера Андрея Замкового с уверенной победой. Браво, браво. И давайте напомним, что свой бой 1/8 финала Андрей проведет уже завтра вечером против канадца Уайта Сенфорда. Да, друзья, а мы вернемся к вам на поединок. В номер 8 это будет ринг А. Бой между казахстанским боксером Аблайханом Жусуповым против боксера из Таиланда Масука. Поединок номер 221, ринг Б. До 69 килограммов. Judges from
Russia, Australia, Canada, Turkey, India. Рефери Эммануэль Ферриера Валентина, Пуэрто-Рико. Судьи поединка: Россия, Австралия, Канада, Турция, Индия. Рефери.